общего между вот этим моим рукоделием. Это мои бусы самодельные. Я люблю делать что-то своими руками. И вот очередное мое творение. Очень уж мне нравятся эти мои бусы. Так вопрос, что общего между этой сумкой Giordani Gold и моим творением по элементам вот этим? Возможно, вы и догадались, что это моя бывшая сумка Giordani Gold. А теперь это мои бусы. А выглядят бусы вот так. Не знаю, нравятся вам, не нравятся, но мне очень нравятся. И самое важное, они сделаны вот этими ручками. Красиво? Мне нравится. Жду ваших ответов. А я покажу, как можно сделать такие самодельные шитые бусы. Показываю их ближе. Честно, потратила только 1,5 метра бархатной тесьмы. А стоит это копейки. Но бусы получились весьма оригинальные. Можно использовать с натуральными сережками, но у меня есть желание сделать и сережки вот из таких вот шариков. Это подкладка моей сумки. Вот такие шарики. Они очень плотные. А использовала вот такую вот подкладку. Просто чистой не осталось случайно. Вытекла ручка. Квадратик. Собираю по краю. Сюда синтепон. И делаю шарик. А потом иголкой прохожу по всей поверхности. И получается вот такие вот шарики. Это у меня заготовки для бус. Всего доброго! Творите, это очень интересно. Поделитесь вашим впечатлением. Может быть, у вас есть какие-то хорошие идеи по использованию бывших в употреблении сумочек.